Серьезные, сосредоточенные и сконцентрированные на происходящем. Утро для специалистов, работающих на площадке будущего комплекса ИП-600, началось с важной и ответственной миссии. В июне 2020 года на строящемся объекте ИП-600 свершилось знаковое событие – прибытие крупнотоннажного оборудования и установка той самой первой колонны. И вот спустя 3 месяца сегодня здесь происходит установка 16-й колонны. Медленно, но верно, она займет свое почетное место. Монтаж колонны производится 2 кранами. Называется этот процесс «кантовка». Со специальных модульных трейлеров крупнотоннажное оборудование аккуратно выгружается. И начинается тот самый процесс поднятия в вертикальное положение. Сегодня мы завершаем монтаж крупнотоннажного оборудования, которое является 9-й в цехе 7207 и 16-й на нашем строящемся заводе. Данная колонна позиции DA7601 предназначена для выделения углерода С4 от растворителя. Колонна высотой 66 метров и весом 155 тонн. Она пришла также из Южной Кореи. В подъеме данной колонны участвует компания «Мамут». Организация занималась возведением и предыдущих 15 колонн. Подрядчики предельно внимательно следят за выполнением всех требований, в том числе и техники безопасности. Мы соблюдаем все меры безопасности. Да, так как наша компания предоставляет полный спектр услуг, то есть и инжиниринг, и обеспечение безопасности на площадке, да, монтажа. Подъем финальной 17-й колонны планируется завершить в ближайшие дни. После этого специалисты приступят к установке другого, менее крупнотоннажного оборудования. Юлия Бурмистрова, Лисан Саитова, Н-Медиа.